отель на старом месте. На здании бывшей гостиницы «Хилтон» больше нет вывески. Апартаменты для размещения гостей с середины лета откроются под новым брендом «Radisson Hotel Group», который входит в десятку крупнейших гостиничных компаний мира. Соглашение о сотрудничестве в режиме онлайн подписали глава региона и руководство международной компании. Вы никогда не пожалеете, что пришли со своим бизнесом в Ульяновскую область. И мне было приятно услышать, допустим, от Бориса Титова о том, что он доложил президенту нашей страны рейтинг регионов Российской Федерации, у которых существует самый минимальный административное давление на бизнес. Такой есть специальный рейтинг. Так вот, я хочу сказать о том, что Ульяновская область заняла первое место в Российской Федерации. Новый бренд расширит конгресс-пространство отеля. Причем в буквальном смысле. Почти 2000 квадратных метров левого крыла здания отдадут под деловую зону. Реконструкцию конгрессно-выставочного комплекса начнут в ближайшие месяцы. А первые массовые деловые встречи пройдут здесь уже в 2021 году. Нам удалось сегодня с нашими федеральными коллегами, федеральным агентством по туризму договориться о льготном финансировании. Мы сегодня на региональном уровне решаем тоже ряд вопросов, связанных с компенсацией части затрат, для того, чтобы инвестор максимально мог вложить средства в развитие. Гости деловой части отеля при входе попадут в центральное лобби. Можно будет заехать и на машине. Готовится к запуску вторая очередь подземного паркинга на 30 мест. На первом этаже сделают кафе и гардеробные. Начиная со второго этажа, своя заготовочная кухня. Мы будем принимать решение в течение этой недели, то есть оставлять эскалаторную группу, или убирать ее, то есть, соответственно, проектанты нам подтвердят, та нагрузка. Мы рассчитываем до 1500 человек здесь, то есть одновременно проведение мероприятий. Каждое деловое пространство оборудует под зал-трансформер. Всего их будет 15. Основной из них на 700 человек расположится на четвертом этаже. Все залы будут именные. То есть залы будут носить имена людей, которыми мы с вами гордимся. Или, по крайней мере, мы понимаем, что они наши знаменитые земляки. Последние этажи отдадут по 20 номеров класса люкс, фитнес и спа. На крыше откроют ресторан, а две зоны на открытом воздухе соединит лестница в средиземноморском стиле. Рената Люлова, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.